репортеры защищать. Снизу Шендри не давай заклад. Видишь, он снизу старается взять рукой. Опять. Посмотри еще раз. Берешь вот это делаешь движение. После этого сразу улетаешь. Это нельзя делать. Это надо быть физически сильнее его. Чувствую, что надо.
надо еще какие-то усилия сделать. Развернись и брось вперед. Если он успел перехватить назад, ты отсюда. Раз, и прыгаешь отсюда, просто прыгаешь, пока он не черпал. Ты что с тобой? Да? Ты берешь за давай, но, понимаешь, ты раз заплатил, конечно, все, делать ничего не можешь. Делать ничего не можешь, потому что физически. Так ты чуть-чуть как бы чуть-чуть, да, потом раз, да. И начинаешь раз, и все, чуть-чуть раз, затем. Дальше раз, ножку убрал, хоп, да, чуть-чуть более. Какие-то комбинации чуть-чуть. Взял? Нет, взял. И стоишь прямо. Возьми уши. Какой можешь взять за туловище? Может быть, все-таки. Взял? Возьми отсюда, сюда. Оп, все, и бросок идет. И даже не надо пахать. Раз, вот и раз. Руку вниз, вниз. И сюда, раз, вот. О, он хочет, что хочет, все равно делает. А еще ты разворачиваешься, идешь, что убежит. Стоп, брат, да? О, рыбка золотая. Знаете, как ты можешь идти? А? Ты можешь идти, девочка. Хорошо. А, великолепно. Виктор, переходи сюда. Куда? Влад, Бутук. Впереди к Саше. Еще раз. Тоже болит? Да, все болит колени. Что-что? У всех болит колени сегодня. Падайте на икону. О! Вот Артур молодец. Я на икону упал, и все, и колени не болят. Смотрите, у меня колени нормальные. А сейчас он встанет, подумает, что он делал, как. И ответит, и все. О, по колокольчикам. Стоп, Артур. Стоп, держи захват. Ты держишь одной рукой. Все, ты уже улетел. Да. Ты уже улетел. И посмотри на меня. Ты держишь этой рукой, рука у тебя здесь. У тебя эта рука не здесь, а вдруг он придет, чтобы у тебя рука здесь. А кто удушающий? Ты ее убираешь. Вообще оставляет свой. Я бы пугал. Денис, стоп. Денис. Да. Стоп, Артур, иди сюда. Еще раз, ты должен вверх,
всю должен стать так, чтобы он залез через силу в колен. Ты задушишь. Специально можешь. Но научись душить, все может любого быть. Миша, с Сокором пойдешь? Кричи. Да или нет? Хорошо. Артур, идешь к Мише? Влад, вот тут, смотри, идешь к Денису, Денис, туда впереди. Ты идешь к Денису, туда. Саня? Да. Сашенька, на середину, Сашуля. Вот берешь молодого человека, Лавренцию берешь. Еще раз. Он физически крепкий парень. Вот, ну, падает вот что иногда немножечко. И приемы тянет, может. Почетче захват и прибросат аккуратно. Виктор, дальше чуть-чуть. Аджина. Аджина. Что, все? И иди качайся еще 10 минут. Нет, просто я закончил. И иди качайся. Все работают, и ты должен работать. Я просто поработал больше всех. Давай, давай. Там вообще дети. Аккуратно вставай, да, Виктор, аккуратно. Лаврентий, стоп. Берешь заклад, тянешь на себя, падаешь на спину. Здесь это поворачивает, потому что упал, получается, ему бросок пойдет. Так, стоп, смотри. Пошли вокруг ковра. Нет. Кто там у нас? Кто у нас самый молодой? Нас самый молодой, это 2004 год. Денис, да. Саша и Артур. Кто младший из вас? Я родился 13 апреля. Апрель. А ты, Саша? Октябрь. Вот, Салада. Позови всех оттуда. Сашенька, позови всех оттуда. Ребят, позови, скажи, чтоб сюда. Где спешил, спокойно. Заправились. Поняли, что это еще. Более утром. Я заправились и вот здесь сели. Артур. Чуть-чуть завалился.
Стараешься знаете, как только падаешь на колени. Стоп, остановись. Встань, встань, стой. Жми. Посмотри. Если ты когда бросаешь, вверх получается. Вот так. Это колено впереди, а это сзади. Ты через это плечо бросаешь, туда падаешь. Это колено должно быть. А это чуть-чуть. Когда ты присел, бросил. Присел, бросил. А если ты отсюда, где-то, ты сойдешь. Еще раз. Маленький шаг. Не вперед, а в сторону. А второй. Ставишь. Так. Ты как бы сверху тянешь вниз, он прямо вот чуть-чуть присел. Может, он по нему чуть-чуть залезть. Снова вперед. Да. Ага. Заслушили. Ты как это делаешь? Ты делаешь большой шаг. А раз ты делаешь большой шаг, ты можешь как бы то тебе не нужно. Вот сюда в сторону. Не вперед, а в сторону. И вот он стоит. Ой, лучше сделайте. Сюда я буду, туда же давай. Если ты 9 раз, я не могу. Ту сторону. 10 раз и бросок. Здесь сюда, сюда. Не скажи. Хорошо. Раз. Два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И постараться с колен. Ну, быстро. Да. А ты ноги шире. Писать. Раз. Пять. Так. Да. И потом он. Thank you.
Берешь лоб и вниз. Вверх. Да, а то получается вниз кончишь. Вниз поприсуда. Хорошо, Борис, но колени чуть поближе. Не вниз, а внутри назад. Так, 30 секунд. Хорошо, Мате, пиши сюда. Так, сейчас. Сейчас на оценку. Опять туда-сюда. Так, это пусть так и будет. Это мы тоже сюда поставим. Так. Ну что, Влад. 9 поворотов и бросок через плечо. В левую сторону. Вы все в правую бросаете? Через плечо. Скалер через плечо в неудобную сторону. Нет. Ну, нет. Раз ты правой держишь, в эту сторону. Да, вот отсюда. Да. Готов? Пошел. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И бросок. Девять. Два. Какой там? Не-не-не, правую руку держишь. Так, стоп. По местами поменяйтесь. Приготовьте, Денис. Да. Пошел. Раз, два, три. Видите, ему легче подворачиваться. Четыре, он маленький. Пять, шесть, семь, восемь, девять. И бросок. Семерка. Встали, поклонились. Слава Богу. Не получите перед сегодня. Так, три броска. Еще раз, Денис, посмотрите, мальчик. Так как вот камера стоит, если ты так бросаешь, вот к ней как бы боком стоит. Отсюда сюда, ты встаешь оттуда, и ты уже здесь. И бросаешь сюда. Итак, смотрим. Пожалуйста. Раз. Еще два раза. Два. Я оценки буду менять. Получается между девяткой и десяткой. Ну, уходишь назад. 9,5. Не врубайся, не спеши, приседай. Раз. Два. Сам бросок хороший. Просто надо будет, чтобы ножки хорошо шли. Два. Три. Так. Поклонились. Восьмерочка. Восемь. Девять и пять. Да. Четыре двигайте. Они вас давай. Да. А я Артур взялся, значит. Артур, разверни себя. Вот так. Вот. Пожалуйста. Пусть я не. 10. 10. Так, да, теперь. И Саша,
еще раз, чтобы я понял. Путем как-то по-другому. Так, еще раз. Видите, он не тянет на себя, а он справа слева. Он подворачивает. Хорошо подворачивает. Вот как ты. А тебе сколько? Тебе какая цель? 9. Тебе повышают до 10. У него тоже хорошо получается. Тоже 10. Ушли, сошли. Нет, ты глаз сделал на 10, я специально это видел. Чтоб ты сразу не обрадовался. Чтоб ты подумал, что надо еще раз. Пожалуйста, Саша, кто там из вас? Раз. Два. Тыкаешь немножко, Саша, скажу. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Оценка 8. Пожалуйста, да. Смотрим, как у тебя сейчас. Как у тебя еще Миша? Подворачивать локоть. Доворачивать. Так обадно. Просто. Так, два. Я с детясочком, дай еще раз, можно шапку на ней. Дай. Оценка 7. Я тебе скажу почему. Ты тянешь вниз, он должен тянуть чуть-чуть вверх. Когда вверх, тогда все заходит. А ты тянешь вниз, он тебе не доходит до конца, и ты не разворачиваешься. Поклонились, молодцы. Лучше, чем вчера. Так, мышка его увеличивается. Есть ошибки, но в принципе как бы общество как бы нормально, правильно? Так, между восьмеркой и девяткой. 8-6, 8-7, вот так. Молодец, хорошо. 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 Единственное, что он еще просто не имеет правильной пары. Поэтому просто вчера я ему не поставил ниже оценку, потому что он не имел пару. Ну хорошо делал. Единственное, мне не нравится, что у него левая нога в книге. Вот это мне не нравится. Значит так. Значит, у нас Денис 10. Дан 10. 10. Мишка 10 и ты 10. А у тебя между ближе девятки с восьмерки. Хорошо. Так. Влад в этот раз не прорвался. Такой Влад по 9. Да? Так, значит, встали. Так как вы по парам были, посмотрите, вы будете сейчас бороться. Боретесь стойки. Еще раз, у каждого только два мата. Ушел туда, остановился, пришел сюда. То есть не уходим туда, туда бросаем. Аккуратненько просто боремся. Потом партер. Или лучше вас нагружу из подготовки. Когда вы мертвый будете, и вместе тогда партер. Так. Влад туда. Кто с Владом борется? Артур, да? Вперед. Можно я. Ты? Хорошо. На колено не надо висеть. Поборешься с Владом? Так, Влад, пока я разбиваю, 20 отжиманий, 20 приседаний, 20 раз пресс. Давай. Так, остался у меня Виктор. Саш, прошу тебя туда с Виктором. Еще раз, не подпускай его близко. С Виктором. Так. Тебя с кем поставить? С Мишей? Давай с Артуром. С Артуром, да?
Может, давай с Мишей, а потом я поменяю, чуть-чуть побольше, чтобы меня снять. Ну, давай с Мишей. Хорошо. Миша и Артур, вот сюда вот. Дан, извиняюсь, Дан и Миша, сюда. Миша. Нет. Вот тут с тобой. А ты пойдешь с ним. Ты пойдешь в турец. Идите сюда. Вы сюда остановитесь. Вы сюда остановитесь. Так, вы, мальчики, знаете как? Идите сюда, Саша, вот здесь. И еще, идите, возьмите маску и закройте. Так, ладно, вы здесь. А я где здесь душу? А, ты немножечко там, вот этот кусок. Да. Хорошо. 15 минут боремся. Хаджимен. Еще раз. Партили 3 секунды. Так, подумай, как его сделать так, чтобы он с тобой сравнялся. Одной рукой бороться, на одной ноге бороться. Правой держать захват или левой рукой держать. Одной здесь держать. Нет, не наоборот, не стесняйся. Стойку, Шендри, стойку. Дан, раз, два, три, в стойку. Придумаю, Влад, чтобы тебе было тяжелее. Может быть, захват одной рукой держать. Может, контратаки делать. Если одной ногой на одной ноге, то захват двумя руками делать. Осторожно.
Тот, кто лежит и видит, должен сразу свою... Шел, посмотрели. И пошли. Ты с кем? Андрюха, иди туда. Колька, иди ко мне. С Даной. Миша, чуть-чуть идите в сторону сюда. Я тебя прошу, вот здесь. Сделай, пожалуйста, 30 приседаний, 30 сжиманий, 30 раз пресс. Сделаешь, скажешь мне, я поменяю тебя. Шадря, перейдите вон туда, пожалуйста. Три раза один, три раза другой. Три раза один, три раза другой. Руки. Саша, Саша. Саша. Вот прямой угол. Сюда тоже прямой. Не заводим. Раз, прижал, руку поднимаем. Правильно взял? А ты не кимоно бери, ты бери кис. Да. Вот. И не резко. Так, Матей, пришли сюда, туда все. Так, теперь смотрите по-другому. То же самое положение. Если здесь он держал руку и сверху, то теперь, посмотрите, он снизу пропускает. Раз и делает, смотрите, ближняя рука. Раз и отсюда плечо. Забирает, хоп, одной рукой. Упирается немножко ногой и коленом прижимает. Чтобы вы меня правильно поняли. На каждый прием есть контрприем. На каждый контрприем есть свой контрприем. Это как на каждую хитрую жопу есть винт. На каждый винт есть жопа заполучена. Так и здесь. То есть оно все равно. Попалось, ты раз и сделал. Он уходит с одного, попадается на другой. Еще раз. Руку коп пропускаем и на плечо. Дальше. К себе тянем, уходим сюда. Раз. Ногой перлись и прижали. Пошли. Давайте так. Сейчас первый номер, и я скажу поменяться через полторы минуты. Коля, ты живой? Сергей Анатольевич, да. А они показывают первый, не показывают второй. Так это второй? Нет, это первый. А, это другой, да? Да. А, сейчас опустите. Показали только один.
я там отметил просто сейчас. Сейчас. Видишь, я отметил, я сейчас сниму. Все, поехали, 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 Артур, где нет, пожалуйста. Оп. Грэплинг. Давай, 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 давай. Можете здесь сделать. Артур, можете здесь сделать. На локоть, на локоть старайся. Пацаны, иди сюда. Матвей, эй, пацаны, посмотрите. Волевой на локоть. Вот вы пропустили руку, смотрите. Пропустили руку, это милицейский. Оп, идите где? Чтоб здесь локоть вот, чуть выше, чуть ниже, чтоб как раз на болевую шел. Пошли, пошли, пошли. Так, первый номер, 3 секунды осталось. Через полторы минуты второй номер. Делайте стенга, делайте тряпки. Хорошо, Миша. Стенга тряпки, стенга тряпки. На почет. Стенга тряпки. Мате, Баскин Баксон, Элдойля. Стенга тряпки. Можете его сюда. Стенга тряпки. Рука стенга, рука тряпки. Второй номер. Да. Вот, вы направо налево, направо налево. Второй номер, 30 секунд. Выключил. Зачем вы туда смотрите? Отсюда и плечо ближе. Около плеча. Хорошо, Матвей. А теперь я вам покажу примерно вот такой вот денеженька. Иди сюда. Вот посмотрите. Миша мне делает удержание сбоку. Да. Вот он делает удержание ног. Что я могу сделать, как один из видов ухода? Вот видите там. Что я делаю? Переношу сюда руку, эту вытаскиваю, вытаскиваю. Ты начинаешь рука здесь, видите, я выхожу на болевой прием. Можно даже пропустить удержание. Руку сразу сюда стоп, и рука сразу попадает на болевой. А можно еще?
То есть я лежу, он делает удержание, я руку переношу через голову, ложусь на живот, на живот, на живот. Если он выношу руку от головы. Да. Рука. Сейчас тебе скажу. Кажется. Да, поворачивай эту белую руку. Так, сюда. И вот так. И еще раз, болевые делайте аккуратно, куда вы спешите. Так, где? Так, Матен, Матен, подошли сюда. Так, снимаем. Да, до свидания. Следующий. Чуть-чуть посложнее. Раз. Упирается. Раз. И что дальше? Болевой. Оп. Ой, значит, еще раз. Вот он держит руку. Вы что делаете? Раз, дергаете все. Раз, для того, чтобы руку. Забрали эту руку сюда, ногу уперли, и под мышку ударили, и потом завернулись. Вверх. Прошла рука снизу. Уперлась. Нога. Рука сверху. Еще раз. Еще раз. Вверх. Нам говорит, раз. Надо идти домой. Все, теперь будет без этого. Без текста будет. Пошли, попробовали. Пошли. Давай, надо. Это джиджи-гатами называется. Болевой. Вот, пишите. Джиджи-гатами. Японский, да? Еще раз. Руки положить на живот партнеру. Теперь нет. Теперь смотрите, левую руку нужно пропустить вот сюда. И руку сюда, сюда жди. Нет, нет, руку сюда жди. Нет, нет. Руку сюда жди. Да, сюда дерни. Нет. Сюда потяни. Не от себя, а сюда. Внутрь. Вот. Теперь ногой упираешься, толкаешь, и потом другая нога идет. Толкнул. Другая нога сейчас за голову. Да. Так не получается. Ну как, у тебя уже получилось? Нет, не можно. Ну? Ногу, ногу. Ногу, ногу упрись, Артур. Правый в ногу упрись, а левый под мышку. Да. Нет, я знаю,
И уже могу, на голову. Второй номер. Все, пошли, последний этот прием. Пошли. Пошли. Вытаскиваем ногу. Раз. Правильно, Миша? Да. Прощение Бога. Миша уже сделал. Кто еще? Я. Давай. Ногу вытащить, положить на плечо. А это где?
Там, если вы поступите и не будете ходить,
Там вас никто заставлять не будет. Никто заставлять не будет. Там даже этому рады. Вас, вы не сдаете зачеты. Или каждый зачет, извините. Даете. Не сдаете, вас выгоняют. Вы хотите учиться, снова платите. И уже снова учитесь. Все, вы там уже взрослые. Если вы попадаете в армию, вот так. Одно замечание, ты сидишь картошку чистишь. Все фильм смотрят. Еще одно замечание. Это что? Писсуар играешь. Что ли? Дальше. Раз, два, три. И твоя гордость уходит. Или ты начинаешь выполнять то, что все, или ты не выполняешь, и постоянно тебя гноят. Потому что, когда 30 человек стоит, и один начинает так, стоит так, стоит, то за это в армии очень тяжело наказывать, потому что там порядок. Поэтому, кто не прошел армию, не знает, что такое дедовщина, что такое порядок. То есть, если ты пришел на работу, вот ты работаешь 20 лет, пошел молодой, начал свои порядки ставить. Все молодой, да. Знай, все выбросили. А если ты пришел, сказал, все, деды, все, я сделаю так, как вы говорите, для начала, но не для себя, вред себе. И у вас все нормально, ты влился в коллектив. Я когда сюда пришел, я был старше Саши Толмазана в два раза. Был еще тут Владом так. Они мне помогли, все рассказали, показали, помогли, все сделали. Я им очень благодарен, и то, что они говорили, я слушаю. Потому что они здесь работают с основания этого лица. Хотя они моложе меня. Тот же Владимир Андреевич, он работает здесь с основания этого лица. Он мне не всегда нравится, но я его уважаю за это. И стараюсь его как бы слушать, но когда он начинает как бы проявиться, я его тоже стараюсь дернуть. Но в рамках. Значит, то же самое и вам. Еще раз. С учителями не ругаться. Сделала замечание. Сядь и промолчите. А, то, что они, вы такие, знаете, три урока разговаривают, потом вдруг устал разговаривать, сел на доску. Вдруг учитель замечание делает. За что? За то, что разговаривает. Я разговариваю! А то, что три урока мешал, он не помнит. Поэтому гордость уберите, с учителем ругаться нельзя. Вот уйдете со школы и ругайтесь с учителем. А тут он вам оценки будет ставить, карты ставить будет. Надо? Артур, надо тебе в армию отправить. Тебя сразу там. В тюрьму. Да, а в тюрьме там будешь Пашу убирать, убирать там, сигареточки, все принести, все забудешь. Возьми просто посмотри, как молодые. Иди, как поживешь, будешь как ангел. Оленей, Дрекс, если вы оставляете, вешать и туда. Еще раз, если я увижу, вот он не знает. Видишь? Все, у меня точка, все, я знаю, уже кто-то взял кимоно, я знаю, должно быть подписано, там раздевалки не оставляют. Потом не подходите мне и не говорите, ой, я не нашел, все, это, все. Так, ты не забыл? Где взял кимоно? У вас. Ну, так на у меня повесить? Да, пожалуйста. Повесить? Можно. Это, да. Да. Я думаю, что возьмите этот мат. Уберите туда, пожалуйста. Сюда аккуратно. Аккуратно вешать, не так, чтобы. Денис, плохо вешать. Стоп, стоп, стоп. Давайте так. Стоп. Кто хочет у меня вешать, сюда ко мне. Сюда ко мне. Здрасте. Поверь здесь, и я потом сюда перестану. Ой, как? Здесь аккуратно. Нет, нет, нет. Так, ты здесь, а я потом перевешу. Ой, тебя и тебя, Миша, попросите этот мат туда поставь.